Центр «Особое детство» ориентирован на работу с детьми с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями развития. В течение месяца в центре проводится около 150 семейно-групповых занятий по разным направлениям, которые помогают всестороннему развитию детей. Центром было получено 2 гранта – краевой и президентский. Огромную помощь в работе оказывают муниципалитет, волонтеры и семьи особенных детей. Главное, что исповедуют здесь, в этом центре, это равный равным. Нет разделения между здоровыми и нездоровыми, нет разделения между способными и неспособными. Дети занимаются здесь вместе со своими родителями, что я считаю тоже очень важно, потому что элемент социальной адаптации не только для самих детей, но и для родителей. Здесь любой ребенок найдет себе занятия по душе. Уроки хореографии, сценического мастерства, лепка из пластилина и кулинарные уроки, гончарное мастерство и занятия по музыке. Помимо этого, у детей, родителей и волонтеров центра появилось новое хобби – создание мультфильмов, которые осуществляются в рамках проекта «Мультстудия «Особый мир» при поддержке фонда президентских грантов. К нам пошли взрослые дети, кому просто лепить уже не так интересно, поэтому у нас появились 2 мультстудии, и где мы не просто лепим каких-то персонажей, не просто делаем декорации, но дети озвучивают и родители озвучивают, и потом в этих мультфильмах дети будут слышать голоса своих нейротипичных братиков, сестричек, своих мам и пап. Дети проигрывают разные социальные истории, чтобы вжиться в образ своего героя. Визуальное восприятие помогает лучше усваивать простые жизненные правила, как переходить дорогу, как вести себя в обществе, и максимально приближает особенного ребенка к реальности. Но в семейном центре «Особое детство» не только дети могут провести время с пользой. Занятия очень разнообразны и позволяют ребенку где-то найти себя в новой сфере, может быть, где-то развить свой талант какой-то в другой сфере. Ну и для родителей очень хорошо, что родители общаются с друг с другом, с другими родителями, получают какой-то опыт и психологическая разгрузка все-таки. Не в четырех стенах сидеть дома с ребенком, а в общем центре бесплатном, досуговом заниматься вместе с ребенком. Это очень укрепляет родительские связи. Ирина – мама особенной девочки Александры, посещает «Особое детство» вместе со всей семьей со дня его образования. И сама уже активно участвует в жизни центра. Его двери открыты не только для семей с особенными детьми, но и для всех желающих оказать волонтерскую помощь. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.